Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем войск Национальной гвардии России. В числе ключевых задач Росгвардии – борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда нацеленность на достижение конкретных, ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства, надежной защиты прав и свобод граждан. Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад. Особые слова благодарности и признательности хочу сказать сегодня в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа, СОБРа, ряда других служб, которые стали основой современной Росгвардии. Подчеркну, на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение Отечеству и народу нашему. Уверен, вы хорошо чувствуете эту прямую историческую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной, трудной, ратной работой. В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие. Хочу пожелать вам, всем военнослужащим, сотрудникам, гражданскому персоналу, ветеранам Росгвардии, вашим родным и близким здоровья и успехов. С праздником!